прошедшую пятницу на 110-м километре автодороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 61-летний мужчина. Водитель 12-й модели, следуя со стороны города Ирбит в сторону города Туринска, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие дерева со следующим опрокидыванием в воду, в результате чего водитель 12-й модели погиб до приезда скорой помощи. На данный момент известно, что стаж вождения мужчины составлял 29 лет. К административной ответственности он ранее привлекался 3 раза. В момент аварии ремнем безопасности пристегнут не был. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется расследование.